30 августа состоялось заседание правительства Еврейской автономной области. Повестка дня стали: подготовка к осеннему периоду пожароопасного сезона в ЯО и противопожарное состояние объектов социальной защиты, здравоохранения и образования. С докладами выступили представители МЧС России по Еврейской автономной области. Из них стало ясно, что населенные пункты автономии недостаточно подготовлены к пожароопасному периоду. Об этом говорят 193 выявленные нарушения требований пожарной безопасности во всех поселениях области. Зарегистрированы возгорания всего 3 мусора на территории населенных пунктов. Прежде всего указывают на несвоевременное выполнение требований пожарной безопасности по очистке территории населенных пунктов. В целях недопущения подобных нарушений обязательных требований в адрес глав муниципальных образований было направлено 111 предостережение недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Были озвучены и другие проблемы, а именно неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения, их отсутствие или недостаточное количество. Из 745 таких устройств, расположенных в населенных пунктах, 107 находятся в неисправном состоянии. На 82 социальных объектах были обнаружены неисправности, связанные с ненадлежащим обслуживанием и эксплуатацией пожарной сигнализации и систем оповещения. Данную ситуацию глава области поручил взять на особый контроль и выработать дополнительные меры для решения сложившейся ситуации. Андрей Пархомей, Богдан Патрин, Новости 21.